Здравствуйте, дорогие слушатели. Немножечко обновил свое прежнее видео по поводу VIP. Хочу сказать, что то, что реклама немножечко меньше стала в связи, наверное, падением курса доллара по ходу. Ну, не отчаивайтесь. Хочу сказать, что этот сервис давно работает. Сейчас мы его запустим. Посмотрим, что здесь нового. Надеюсь, я сейчас не облажаюсь. И что-то будет. Вот. И ну раз редко сюда захожу. Ну, просто, как вам сказать. У меня много дел, очень много дел. Значит, какие бывают проблемы? Прежде всего, бывает, вот сейчас вот все нормально, да? Сейчас какой-то сайт запустился. Какой-то сайт. Вам даже не нужно узнать. Сайте, так сайтик, они прогоняют свой трафик, естественно, да, в WordPress, сразу вижу, блин, нет, не своим глазом. Вот отчет идет, это немножечко обновление, я больше долго не буду об этом говорить. Сейчас вот покажем при вас, ну ладно, ну давайте сюда кликнем. Зайдем сюда, о, задание, вот, кстати, я утром заходил, что-то было, потом пропало, вот. Некоторый момент. Многие обижаются и думают, что здесь до бесконечности рекламы и все на свете. Этого не бывает никогда. Ни на одном сайте, включая зарубежных. На зарубежных сайтах лохотрон сплошной, я вам скажу. А этот сайт, я его не восхваляю, подчеркиваю. Ну, скажу так. Этот сайт платит и платил и будет платить, надеюсь. Он уже давно в сети в интернете работает. Вот нажмем опять. Он все время в долларах. Несмотря ни на кризисы, ни на что другое. Вот задание зашли. Surfing up, surfing кликнем. Ну давайте опять на художественное оформление стен. Зайдем, посмотрим рассылка. Оп, хотелось показать вам что-нибудь из рассылочки. Очень интересненько такое, вот, как вам сказать, добавление к вашему балансику. Ну, она редко всплывает, но бывает. Ну, если вы раз через два дня, там, предположим, будете открывать программу, значит, здесь будет, типа, набор каких-то слов там. И вам надо будет собрать, соберете, ну, вы получите там три части этого цента, предположим. Либо потом нажмете сюда, там, для подтверждения. Вот соцсеть. Немножко вот хромает у них сегодня с соцсетями, потому что постоянно, вот, да, вот в Одноклассниках, вот, например, у меня не получается ничего сделать. Это последнее обновление, подчеркиваю, некоторые нюансы, проблемы, которые бывают. Может из-за того, что у меня не установлены, какое расширение в браузере. Ну, допустим, пропустить. Что сделал? Ага. Ну, бывает, всплывает ВКонтакте, там ВКонтакте он без проблем. Поступаете в группу, например, вступили в группу. Сюда нажали, оп, подтвердите, и третья часть там, центр, все. И между нами говоря, только никому не говорите. Есть такой баг в этой программе. Когда всплывает что-то в Facebook, типа того, тупо кликайте, что выполнили. И он зачислит, это баг такой. Вот. Автосерфинг вы можете установить дополнительную программу на самом сайте VIP. Вот. И он тут будет сидеть, вот даже не знаю, что он там делает. Ну, бывает там рекламы. Поверьте, еще раз подчеркиваю, это ни в коем случае не вирус. Потому что сайт давно, еще раз подчеркиваю, работает. И он хочет давно работать. Ну, что у нас там? Медицина, кликнем сюда. Ну давайте. Что нам кликнуть? Ладно, поддержим человека, блин. О, что-то мне пришло, извиняюсь.
поддержим, человек рекламу все-таки выдвинул, хочет свой сайт продвинуть. Я вот в будущем тоже хочу свои сайтики замутить, но пока у меня проблемы, много проблем. В основном со статьями. Это отдельный разговор, и будет тоже разговор в Ютубе. Я вам покажу все прелести этого веб-мира. Смотрим. 863. Оп, нашли. Что у нас там? Прибавились. О, опять пошло. Да, еще один момент. Смотрите, ребят. Извиняюсь, конечно. Как всегда, народ просыпается утром, засыпает ночью, да? Ну, вечером. И, соответственно, рекламодатели выкидывают рекламы под вечер, либо с утречка. Может быть, в этот момент и стоит заходить. О. Ну, что у нас? Опа. Что написано? 299. Опа, нашли. Что-то появилось, да? Какая-то монетка там, скажем. Да, кстати, к сожалению, сегодня доллар подешевел. А, ну да, я кликнул там туда-сюда неправильно. И вы можете кликнуть, но уж учтите, что у вас есть время. И после, когда ноль будет, у вас проблемы будут, что это в данный момент этот весь интерфейс будет весь на смарку вам идти. Что мы кликаем? Что он пишет тут? Яндекс Директ. Вот главное, уловите мысль. Яндекс Директ. И все. Не надо больше ничего там читать, смотреть. Ребят, еще раз подчеркиваю. Google, либо Яндекс Директ. У нас в России больше ничего нет. То есть, соответственно, смотрите. Опа, уловили. И что я вам говорил в предыдущих роликах, если вы, может быть, смотрели? Кликаем по машинам. Кликнули. Что нам пишут? Клик подтвержден. Почему я говорю про машины? Потому что обычные сайты, как всегда, ну, такие вам незнакомые, предположим, они одностраничные. А здесь у нас, естественно, рекламодатель. Ну, кстати, вам зачислят здесь копеечки, я смотрю. Ну, не всегда так бывает. Это примерно полцента, но это мало, да. Что получается? Ну, где-то, предположим, 35 копеек. Эх, ну ладно, ерунда. Нажимаем выполнить. Мы выполнили. Опа. Ну ладно, мы вам там... Оп. А, все, все, все. Вот видите, оно короткое задание было. Из-за этого оно зачислено. Короче, тупо перешли, кликнули и все. Вот. И следом появилось другое задание. Еще раз подчеркиваю, я сейчас видео делаю под вечер. Поэтому сейчас появилось много... Так, зашли сюда. Много заданий. Как показывает мой опыт с работами с SEO сайтами, с сайтами продвижения. Оп. Ну опять что-то всплыло мне там. Биткоины всякой шнягами выкидывает. Извиняюсь за выражение, конечно, но я думаю, это стойкое выражение. Надо было, наверное, другой email адрес укладывать. Ну давайте, ладно, поможем человечку. Давайте другое сделаем. Опа. Длинное у меня видео получается, товарищи. Вот я так и всегда называю, извиняюсь, выражение. Может быть. И правильно сказал, а может правильно. Товарищ. Наверное, было лишнее, извиняюсь, за выражение. Потому что мы все с вами реально товарищи. Оп. Все, ну опять. Ну давай, на художественное оформление. Ну что, тоже там раскручиваю, чувак, свой сайтик. Сейчас довожу это видео, вот это задание, точнее, и все. И мы, наверное, загугляемся. Это небольшое дополнение. Еще раз подчеркиваю, здесь до конца, до бесконечности, извиняюсь. Давай сюда. Реклама не бывает, сада не бывает. Не бывает до бесконечности. Надоело вам, вырубили вот это, закрыли, потом через какое-то время, может вечером, лучше, конечно, вечером зашли, просмотрели.
Отличие от других буксов, то, что не надо что-то там копировать, что-то вставлять. Вот видите, я вот делаю просто тупо клику, где клик есть. Но учтите еще один момент, еще один подчеркиваю момент. Но многие не знают веб-интерфейс. Надо кликать по внутренним страницам сайта. Внутренним. На внешние нельзя выходить, иначе получится проблема. Выйти на внешний, и надо вам будет обновлять заново все задание. Ну что, по Nissan давайте пройдемся. Я вам говорил, машины, машины, прежде всего машины. Отсчет пойдет 21 секунду, а я в то же время, что я сделаю? Погуляю где-нибудь, да? Может, поговорю с кем-нибудь. Зайду на мой любимый, не в целях рекламы, профит-центр. Предположим так. А знаете, я даже могу 10 минут еще поспать. 10 минут поспал, а потом раз выполнил. И мы можем столкнуться вот с такой проблемой. Когда вот эта часть фигни не показывается. Почему такое бывает? А просто пропустите ее нахер. Опа! Опять наш квартира ремонт. Что он хочет? Чтобы я кликнул? Кликнул. Да, извините, ребята, конечно. Вот, бывало, делали, да, с вами сейчас такую задачу, блин. Это, знаете, что происходит из-за чего? Это сам рекламодатель какой-то код пустил, походу, запустил. Есть такие нерадивые, извиняюсь за выражение, черти, запускают такие коды. Зависимость какой браузер, там какая система, тому подобное. Просто-напросто не ведитесь на эту гадость и нажимайте либо обновить, если хотите вы, конечно, продолжить эту систему, либо пропустить. Вот, нажимаем опять сюда. А мы будем их бомбить, будем нажимать сюда, сюда, сюда. Мы не будем даже смотреть, я даже не буду смотреть, что они там делаются. Ну ладно, посмотрю, что там делается. Вот. Все я делаю сейчас в прямом эфире, так скажем, всю эту запись. И при вас. Оп, что он там хочет у нас? Ложная квартира, смотри. Есть такие ограниченьки. Да, еще один момент. Вы все ловите, что я говорю, ребят. Если, ну, походу, какие-то коды устраивают, там, встраивают, будем так говорить. Вот, например, предположим, первый раз я кликнул сюда. Второй раз он мне не дает кликнуть. Ну, хер с ним, кликните ниже. Вам плохо это не будет. А после этого кликните сейчас опять сюда. Вот и все. Это проще, чем работать на буксы выполнять задания. Но, конечно, да, свои ограничения, согласен. Ну, давайте опять поддержим. Не, вот этот сайт, кстати, он четкий. А что-то там у нас не получилось, да. Я не знаю, для чего. Я не знаю точно. Может быть, у меня что-то в проблема. Может, что-то иное, да. Ну а что, многие хотят быстренько заработать, да? Раскрутиться за счет нас, людей, обычных бедолаг. Давай еще сюда нажмем. Но мы найдем нишу, где можно что-то нам, простым людям, заработать. Мы сейчас добьем это вот это видео. Уже долго длится, ребятки. Я записываю на видеоскриншоте. Даже не знаю, сколько оно длится. Ну, сейчас давайте добью. И кому будет интересно, я выложу в YouTube опять же. Вот. Я не просто так делаю. Да даже и просто так сделаю. Вот. И монетизация у меня там в YouTube все на свете. Я пытаюсь в интернете что-то заработать. Это моя стратегия жизни. Вот.
Об этом я в других своих роликах вам расскажу. Все проблемы, все нюансы. Оп, видели? Проблема была, не давал. Следующий водитель запись. Все, пошел. Дальше результат. Опа. Что нам надо сделать? Вот меня напрягает, знаете, что сигнализация для квартиры. Как бы он бы не был одностраничный. Опять сигнализация. Ну давайте рискнем, шут с ним, блин, мадафака, извиняюсь за выражение. Опа. Вот смотрите, сразу вы должны видеть интерфейс. Что значит? Что где-то есть какие-то ссылки. Вот так прокрутить, что не надо. Это не лендинг пейдж, как его называют, еще одностраничный, что типа того. Я не буду. Оп. Все, сейчас сигнализация дойдет. Я не люблю одностраничные сайты. Для меня они нелюбимы. Выполнил. Нажмем вопрос-ответы. Долго видео получается, конечно. Вы не будете так смотреть. YouTube и пользователи YouTube не любят долгие видео. Ну ничего, я просто человек честный. И еще раз подчеркиваю, я записываю для вас, для того, чтобы вы знали, видели. В будущих роликах я буду публиковать свои проблемы в этих делах. Нерешенные дела и тому подобное. Все, что вы, ребятки, могли хоть копеечку заработать в этом деле в интернете. Ну, у нас ждет тут еще этот квартир ремонт. Ремонт квартиры на кликали. Так, ладно, подождешь. Ждем секундомер. Небольшую такую хочу сделать замечание. Если вы, например, вот этой программой пользуетесь и параллельно работаете, вот тут вот у меня открытая, вот видно, да, вот у меня Google Chrome, поверьте, лучше что-то одну выбирайте, потому что вы забудете про эту программу окончательно. И он будет вам вот тут мигать здесь, вот видите, вот он будет вам мигать здесь и показывать, надо войти, а потом раз, пойдете задание «Время стекло». Вот оно. Вот тут. Довожу до конца задание, чтобы не думали, что это мошенник какой-то. И все, и заканчиваем. Это мое апдейтовское видео по поводу VIP. Даже что-то уже даже до конца не... О! Вот смотрите, 700, а 193. 193. Все. Вы смотрите за моим балансом? Вот смотрите, что прибавилось. Рассылка. Соцсети. Опять этот гребаный, блин, одноклассник. Какой-то баг у них существует. Но они, может, исправят. Ладно. Ладно. Еще раз. Ну, давай сюда на дельту. Если вот... Если... Сейчас мы что-то подзаработаем еще. Сколько мы подзаработаем? 35, да? И все, задание выполнено. С сайтом в режиме этой программы можно работать. Вот, и кто желает, пожалуйста, регистрируйтесь. Надо выключать.